5 квітня у Олімпійці відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, приурочений пам'яті героїв Чорнобиля. Досить яскраве дійство. Більш ніж 300 учасників з різних куточків України, а також спортсмени з Республіки Білорусь. Відзначимо, що організація змагань на надзвичайно високому рівні. Злагоджений парад, якісний звук, показові виступи, фотозона та неймовірної краси кубки та медалі. Ми зустрілися з Олегом Копиловим, тренером відділення дзюдо комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Славутича, та поцікавились, як вдалося організувати все настільки професійно. В організації всі допомагали, і город допомагав, і школа допомагала спортивна. От дуже багато допомогли, звісно, спонсори, більшу частину, більший кусок, звісно, це їх заслуга, і призи, і медалі, гроші на такі медалі, на красиві, і на призи теж, і кубки, і спецпризи були, це їх заслуга. Им спасибо большое. Омега Консалтинг Групп помогает нам. Это наш генеральный. Сейчас он стал у нас уже генеральным спонсором нашего клуба. Вот. Ну, как бы вот так вот с миру по нитке насобирали, организовали. Как бы. Ну, у нас опыт есть уже организация. Как бы нам это не впервые, поэтому мы как бы быстренько все это делаем, знаем, назначаем ответственных людей, каждый выполняет свой объем работы, и, конечно, получается очень красиво. Участь в змаганнях брали спортсмени зі Славутича, Києва, Чернігова, Одеси, Житомира, Дніпра, Ніжина, Добропілля та Гомеля. Шалена конкуренція, запекла боротьба. Цікавимося у Олега Геннадійовича про результати юних славутицьких дзюдоїстів. Ну, вже лучше, ніж в прошлом году, скажу по чесності, как бы чемпіонів у нас опять нет, к сожалению. Но зато у нас есть 3 вторых места, 2 третьих места и 3 пятых, по-моему. То есть пятые места – это ребята, которые боролись за бронзу, за бронзовую медаль. Вот. Но чуть-чуть не хватило. Количество людей в каждой весовой категории было много. Там у кого-то 35, у кого-то 42, там, по-моему, или 43 даже, в 38 было. Вот. То есть за 40 человек. То есть, ну, количество людей большое, потом пацаны боролись по 6, по 7 схваток. Там, ну, кто 5, кто 6, кто 7 там, в среднем. Молодцы, показали нормальную, зрелую борьбу. Как бы и уровень борьбы очень вырос. Вот что меня удивило очень. Это вот по такому возрасту, вроде как бы 2007, 8, 9 год рождения. И показывают, ребята показали такую борьбу, уже такую как бы зрелую, умную такую достаточно. Молодцы, уровень меня очень порадовал. Ну, а я хочу сказать, что все наши гости, все, кто приезжал, они все были довольны именно организацией, все были довольны, как их приняли. Вот, все там спасибо, призами вообще там они просто в восторге все были, сказали, что на чемпионатах мира то таких медалей нет. Вот. Ну, стараемся, будем стараться держать марку, конечно, только повышать уровень, только повышать. Вот. Среди судей были местные выпускники и воспитанники. Не было ли претензий к судейству? Не, ну почему? Были там из Киева пару судей, были из Белоруссии два судьи нам помогали судить. Не во всех, но они помогали, как бы там 3-4, потому что у них там белорусы привезли много людей из Гомеля. Они, надо было им тоже как бы подсказывать ребятам. Поэтому они судили те схватки, где белорусы как бы не боролись. Вот. Не к судейству никаких претензий не было. Ну, там были такие рабочие моменты, когда спорно не всегда бывают при любых соревнованиях. Как бы, ну, быстренько все это мы решали, потому что у нас было видео снято. Мы повторяли, снимали, просматривали ситуации спорные. Ну, и я думаю, что находили правильные варианты. Все, нет, судейство нормально было, хорошее. Ну, и знаю, что ездили во Львов. Что за соревнования? Ездили во Львов на чемпионат Украины, вот недавно, только вот я вчера приехал, возил я одного своего ученика Куценко Ярослава в плюсах, вот, но не сложилось, проиграл в первой схватке, хотя как бы мы рассчитывали на медаль, стопроцентную медаль, но недооценили мы маленько соперников, расслабились, посмотрели, что там как бы в принципе люди, которые, с которыми мы уже боролись, которые мы проходили и всех выигрывали легко, как бы. Вот. Но в этот раз вышло так, что мы маленько недооценили соперника и проиграли схватку, а потом даже не утешались, короче. Но это будет нам как бы тоже урок, что соперников недооценивать нельзя.
Отож, працювати є над чим, головне не зупинятися. Бажаємо вихованцям відділення з дзюдо та їх тренеру впевнено рухатися до перемоги та ще не раз радувати славутичан високого рівня турнірами, а також призовими місцями.